Привет, друзья мои, с вами Олег Кошевой. Рад вас видеть на лайв-канале. Сегодня у нас не грибная тема, а тема открытия посылок. Посылки полезные, и периодически открываю полезные вещи на своем лайв-канале, чтобы и с вами поделиться каким-то новшеством, и просто, просто поделиться, в общем. Всегда эти вещи полезны. Когда занимаешься поиском, когда занимаешься походами в лес, необходимо иметь одну вещь – навигатор, вторую вещь – ножичек хороший, третью вещь – смартфон. Вот. И четвертая вещь – это считаю, что часы хорошие должны быть. И вот на меня вышла одна фирма. Это дочерняя фирма, дочернее производство фирмы Xiaomi. И они прислали мне часы. Часы, которые мы сегодня раскроем на моем лайв-канале и потом периодически будете видеть на основном канале. Ну, только я заикнулся, что я мечтаю о часах, сказал жене, друзьям, говорю, у меня нет нормальных часов, смарт-часов, которые можно было подключать бы к телефону, там, высоту мерить, сколько кислорода в крови, сколько, какое давление у тебя. И так получилось, что вышла фирма Xiaomi на меня и предложили показать вам одну интересную модель часов. Фирма дочернее производство MS Fit GTR 2 часы. Вот так эта упаковочка выглядит. Надеюсь, хорошо вам видно. Часы я в руках не держал еще, не открывал их еще. И мы сегодня попробуем вживую увидеть мои эмоции. То есть у этих часов достаточно длительная батарея работы, водонепроницаемые, и есть высотометр, и мерит кислород, и много-много функций у них есть. Давайте мы откроем, посмотрим. Вот так они выглядят, но вживую, наверное, они будут смотреться по-другому. Надо бы разобраться еще, как это открывается. Скорее всего, вот так открывается. Да. Новинка. MX Fit Xiaomi. MS Fit просто, видишь, что не написано Xiaomi. Да, значит, но Xiaomi не написано, да. MS Fit просто. MS Fit. О, в коробочке еще одна коробочка. Знаете, вот эти коробочки на барахолках скоро будут стоить денег. Если фирменные хорошие часы, их... Ух ты! Ух ты! Наклеечка. Так. Серебристый цвет я выбрал. Есть еще черного цвета такие часы, но я выбрал серебристый. Коробочка. Сейчас мы тут посмотрим, что в дополнительных аксессуарах есть. Вот так разбирается. Это металл или пластик? Сейчас посмотрим. Я еще не разбирался. Тут идет инструкция. Инструкция. И больше ничего. Так. Инструкция, интересно, на русском языке есть? Ну, по идее, должна быть на русском языке, потому что книжечка очень толстая. Русский язык, где ты? А потом разберемся. Гарантия есть на украинском, на белорусском, а вот на русском есть, да? Есть на русском. Сейчас мы ее вот так заложим и потом прочитаем что-нибудь. Во второй коробочке. Интересно, да? Такое решение. Хоп, сложил. Дальше. Во второй коробочке, по идее, должна быть зарядка. Так. Ну, они, наверное, последовали путем айфоновским, да, что теперь блочок не кладут. Как она разбирается? А, тут... А они не клали никогда в этих, да, часах. Нет, никогда. Будем отрывать? Отрывай. Так. Видишь, как запечатано. Это, знаешь, мы первые. Магнитная подзарядка. И на айфоне все равно круче. Ну, видишь, что два контакта на айфоне ты прикладываешь в магните сразу. Зато эти часы дольше держат заряд. Так. Ну и все. Все, больше ничего нет. Инструкция и зарядка. Так, теперь давайте часы сами посмотрим. Посмотрим сами часики. Разбираются они. Не знаю как. Наверное, расстегнуть надо. Такой толстый ремешок. Так.
похож на кожаный. Ух ты! Дай, наверное, оторву. Да, интересно. Ну, вот сам ремешок, вот эта застежка, она металлическая. Может быть, и сами часы металлические. Но, в принципе, цена такая показывает то, что они действительно металлические. Да, металл. Вот так выглядят часы. Ремешок под кожу. Может, он и есть кожаный. Похоже на кожаный ремешок. Так, тут у нас датчики, сенсоры. Так. Что ж такое, не прилепились хорошо. Да, вот так. Вот сенсоры. Ну, кровь мерит, наверное, количество крови. Надо... Кровь. Да, кислорода в крови. Кстати, тут еще динамики встроены с двух сторон. Хороший звук у этих часов, так что можно будет слушать музон. Так, две кнопочки. Ничего больше не крутится. Ну, это, скорее всего, пластиковое. Ну, что, запустим? Или сперва покажем, как на руке смотрится? Вау, вообще вещь. Там у них вот это GTR, а есть GTS еще. GTS больше на iPhone похоже, на айфоновские. На Apple-ские. Apple-ские. Ну как? Включаем. О, MS Fit. Слушай, он с вибрацией. Круто. English язык выбираем. Польский, португальский, вот русский. Скачать приложение. На телефон наш мы скачаем приложение. Давай. Смотрите, как выглядит циферблат. Ну, я думаю, циферблат можно менять. И до 15 суток работает эта батарея, держит. Если в таком экономном режиме. Так, результат на сегодня, достижение, сколько прошел, сколько калорий сжег, кислород мерить, погоду показывает, музыку можно послушать. Можно, кстати, попробовать сейчас включить, как музыку. Она будет на телефоне переключать. Будильник. Кислород в крови и часы опять. О, сверху можно, да, и что-то. Фонарик даже есть. Фонарик ярче, тише. Дальше что тут есть? Яркость циферблата. Ярче, тише. Дальше ночной режим. Хранение, умный режим. Так. Включить режим на разбережение можно. Блокировка часов вот этого в айфоне нету, в Apple. Это что за телефонный звонок? Блокировка, как воду пускаешь. Громкость. Давай попробуем музыку включить какую-нибудь. А, тут еще вот включена функция держать часы, и включена будет держать дисплей. То есть можно, чтобы дисплей был включенным. Дальше. Что это такое? После включения режима в театре настройки яркость. Так. Снизу уведомления приходят. Сбоку это мы смотрели. И здесь будильник. Цели. Там кровь. Ну, давай попробуем кровь померить. Измерение крови. Начать. Не двигается. Ты двинулся только что. Опять двинулся, значит, двигаешься. Так, сейчас еще раз. Говорит, не двигайся.
А, вот идет красненькая, вижу. Видишь, сколько пульс показывает, положите руку. Мой пульс. Интересно, давление могут они мерить? Я вот этого не узнавал. Так. Не двигайтесь. 95% крови. Что-то очень мало. Кислород. Нормально. Нормально. Там до 90, если меньше 90. 95 это мало. Будильники. Надо музыку, давай попробуем включить. Еще тут есть высокометр, высотометр. Носить часы на расстояние. Пульс мерить. Ну, в общем, много функций. Мне кажется, можно экран менять. Тоже вот нажимаю, видишь, вот так меняется. Вот такой можно. Разные, разные, разные. Вот. Вот такой. Какой ставим? Классический? Ух ты. Прикольный, да? Такой ставим. Ну, вот так. Вот такие часы. MS Fit GTR 2. Если вам они понравились, можете, я оставлю сносочку в описании, можете перейти по сносочке в описании. Ну а мы будем пользоваться какое-то время. Попробуем. Водонепроницаемые написано. А мы сейчас еще музыку для вас попробуем включить. Только непонятно, водонепроницаемые они или нет. Авторские права забыли. Ну давай попробуем какую-нибудь музычку включить. Включай. У тебя на телефоне же. Два динамика у него, вот они, видишь, с боковых, сбоку. Но у меня такое складывается чувство, что в них купаться нельзя. Надо уточнить, ребята, это не 100%, но надо уточнить. Проверим, в общем. Все, с вами был Олег Кошевой, если гость моего канала, подписывайтесь. Увидимся, пока-пока.